Всем привет! Сейчас круг сделали. Второй раз засыпаем. В общем, оставили с зерном ее. Заржавел вал и срезал болт, но нам это еще и... Нету. Но это нам еще и лучше, только в задние эти. Не кидай, в газель закинь. В общем, овес, горох, вика, клевер, тимофеевка. Люцерна килограмм добавил, блядь, на 5 гектар, это ни о чем. Но я сомневаюсь, что она вообще у нас выйдет. Миша, половина этого мешка на 2. На все. Половина. Эту Вику засыпает. Вика, не знаю, говорит однолетка, но я что-то сомневаюсь, должна быть двухлетка, но может и однолетка. Пока оставим. Ну что, гороха сыпанем или? Да. Значит, основное сегодня в этом году у нас будет овес, вика, горох. А на следующий год это значит у нас тимофеевка, клевер. Тимофеевка, клевер, люцерна. Да она не растет у нас, это люцерна, так что не заморачивайтесь с этой люцерной, не берите ее. В нашей Тверской области плохие показатели, во всяком случае в Калининском районе. Значит, потом что еще у нас? Райграсс, ежа и какая-то козья ежа, что ли. Ну, сейчас прочитаю, скажу. Брал этот газоны. То есть если по клеверу, допустим, тимофеевки и люцерна можно в магазинах решить вопрос там килограммами купить, то по вот райграсс у нас либо заказывать, либо как бы только под заказ, то есть через интернет. Нигде у нас я не видел, чтобы он как бы продавался так это. И какой выход из положения? Взял газонную траву с большим содержанием райграсса, там райграсс многолетний, 60% был какой-то там газон. И еще там была ежа, и мятлик, и еще какие-то травы. Ну, в конце этот, в начале или в конце ролика подпишу, скажу, какие там будут. Горох туда и туда сыпаните. Пол мешка рассыпьте всего. Ага. Хорош. И вот так, стой, Миш. Тут туда сыпани. А там же есть горох. Ну и все, тогда дальше сыт. Горох у нас, можешь побольше сыпануть, Миш. А у нас зерна много, Серега. А гороха еще мешок остался, и все. Ну вот. Потом еще раз натяжу. А то будет одно гороховое поле, да? Давай поперли, покажем процесс, сколько сыпет, что. Как идет у нас процесс? Идет охренеть как. 250 килограмм на гектар. В общем, сыпет. Да, прикатывать нам придется, потому что то было сыро, то сейчас сухо. Надо было, конечно, проборонить и потом только засеивать. Сеялка у нас вот такая, с травяными. Блять.
и спину-то сломает, ну. Не знаю, видно, нет. Видно, да? Игорёк у нас, как всегда, начудил, блядь. Поперёк барановал, остались, блядь, простите меня, борозды, блин. А он всё отбарановал. Нормально, можно сеять. Сейчас покажу. Вот. Только отпустишь маленько. Только вот где-то недочет и все. Вот. Вот так вот. А теперь сеял. Как на этом. По рельсам, блядь. Вот так. Ничего. Ладно, посмотрим, что с этой затеей будет. Взялись уже, сделаем, посмотрим, что будет. Он проволочина. Дай проволочку.
Ну не бей ты так сильно-то. Ну что делает? Так, у меня все сыпят. Но это все придется поранить. Ну и ровнее будет. Ладно, да, посмотрим. Итак, второй день, блядь, поднятия нервов мне, на. Дабим, блядь. О, полетело, блядь. А потом собирай по всем углам, на. Они породистые, сами придут. Ага. В общем, буронить еще будем. Земля сухая, много дернины, не этот. И не закрывает много. Горох. В общем, на это все мы сколько хуйную этот, ну, потратили. 30 мешков. И гороха, наверное. 6. Вики мешок, на. 7. Ну и этого. Килограмм 30, наверное. Я имею в виду травы. Травяные хватан горох. Сейчас перемешаем и поем дальше. Сейчас покажу горох какой. Вот такой вот говно. Ну не много мусора. Тот почище был, да? Но тот какой-то больше смятый, да? Да, колотый. Много колотого было? Да. Дом очень больше колота, а этот с какими-то вообще с семенами. И с семенами, с мусором. АВС-ку, наверное, не пропускали. Так, с-под комбайна. Это горох. Это целый мешок, что ли? Да. Охренеть. Давай. Что видно? Мешки собери, а то летают по всей этой. Ладно, до вечера отсеем, наверное. Все, сейчас покажу.